Вопрос, как вы себя сейчас чувствуете, как настроение? В целом сейчас нормально. Наши военные медики творят чудеса. Скажите, пожалуйста, ваш экипаж до вчерашнего дня летал в том районе? Вы его хорошо знаете? Конечно. Мы неоднократно там выполняли боевые полеты, зная его как свои 5 пальцев. Боевые задачи выполняли и обратно возвращались по обратному маршруту на авиабазу. Мне вообще как штурману неизвестна там каждая высота практически. Могу ориентироваться даже без приборов. Константин, говорят, что для военных летчиков 1 километр – это по времени всего лишь 1 секунда. Могло ли так случиться, что вы с командиром корабля не заметили, как краткосрочно, кратковременно вышли за пределы воздушного пространства Сирии? Нет, это исключено. Даже на 1 секунду. Тем более, что мы летели на высоте около 6000 метров. Погода была ясная, как у нас в нашем сленге говорится, миллион на миллион. Весь наш полет до момента взрыва ракеты полностью мой контролировался. Я прекрасно видел и по карте, и на местности, где границы, и где находимся мы. Даже угрозы выхода в Турцию не было. Скажите, турецкая сторона уверяет, что с F-16 неоднократно предупреждали вас о том, что вы пересекаете турецкую границу. Как на самом деле все происходило? На самом деле никаких предупреждений не было. Ни по радиообмену, ни визуально. Вообще не было контактов. Поэтому мы заходили на боевой курс в штатном режиме. Нужно понимать, какая скорость у бомбардировщиков и какая у истребителя F-16. Если бы нас хотели предупредить, то могли бы показать себя, встав на параллельные курсы. А так ничего не было. Да и ракета пришла в хвост нашего самолета внезапно, в принципе. Мы даже визуально ее не наблюдали, чтобы успеть сделать противоракетный маневр. Лечитесь и что планируете дальше? Конечно, с нетерпением жду, когда выпишут, чтобы сразу вернуться в строй. Буду просить командования, чтобы меня оставили на данной авиабазе. Я обязан вернуть должок за командира.